Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Сегодня у меня видео про вязание. Начала вязать новую пару носочков. Серые пряжи, овечья шерсть, тройная нить, очень теплая. Провязала резиночку. Сюда сделала полосочки цвета шоколада и горчички. И здесь начала вязать резиночку. Резиночка у меня 2 на 2. Пяточка лицевой глади идет, здесь лицевые петли. Снутри она выглядит вот так вот, изнаночные петли. Это у меня второй комплект. Носочки. Здесь у меня резиночка. Аккуратная квадратная классическая пяточка, вот видите, получилось. И лицевой гладью вяжу дальше. Делаю носочек до мысочка. Здесь внутри изнаночные петли. Вот она вот так выглядит. Изнаночные петли. И вяжу дальше. Делаю носочка до мысочка лицевой гладью. 4 спицы. На каждой спице по 12 петелечек. Провязываю лицевой гладью. 5 спица добавочная. Продолжаю вязание носочков. Первую пару и вторую пару. Закрывать носочки я буду мысочек на 4. Мысочек можно закрывать на 4 петельки. Можно закрывать на 3 петельки. И можно закрывать, как закрываются варежки, на 2 петельки. В следующем видео я покажу, как я закрываю мысочек носочка. Будет у меня мастер-класс. Друзья, подпишитесь на мой канал. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. До скорой встречи в новом видео. Надеюсь, мое видео вам понравилось.